Ant bitter faces. Not as good as what we already have, but still worth a look. Проходим. А, вот еще. Нагрудник от компании Совет Серайса. Блин, а что ж делать? Слушайте, а что я в него стрелял, и ему хоть бы хны. Он даже не оглянулся. Вообще, шикарно. Что, мы в Атлас можем с вами забраться? Но перед этим сейчас посмотрим еще записанные данные. А, ну вот еще про важную цель. Студенческий номер 262Б Родригес. Статус «Захват. Приоритет Альфа. Доставить живой любой ценой». Объект ценен благодаря высокой обучаемости, несмотря на ограниченные биотические способности, считается пригодным кандидатом для одурманивания и модификации в рамках программы «Фантом». Нужно будет что-нибудь подробнее узнать про эту программу, хотя, может быть, в кодекс нам сейчас добавят запись. Ну, как видите, нет, к сожалению. Может быть, по каналам серого посредника удастся получить эту информацию. Забираемся. А кому еще забираться в эту штуковину? Сейчас мы почувствуем себя в роли трансформера. Погнали. Сейчас будем защищать наших ребят. Ближний бой, смотрите, здесь даже есть. Ну-ка, что это такое? Ага, все, понял, ракеты. Ну-ка. Долго перезарядка, на самом деле, у этих ракет. Там просто в стружку превращает всех, кто попадается под этот удар. А вот это, кстати, плохая функция. Смотрите, просто тоже в пыль превращает. Пытаются враги, как видите, подобраться именно вот к отряду биотиков, к этим студентам. Так, что там они видят? Ну да, они там вот с этого балкона, если можно так его назвать, пытаются там отбиться. Вон они. Вау. Может, ракету туда запустить? Смотрите, как сейчас весело чпокнет там все. Здесь они сейчас по плангу будут идти передвигаться. Но мы-то знаем, как здесь с ними действовать. Как действовать здесь, потому что с ними бороться. Бах! Да, что-то немножко... Обалдеть! Я думал, она с самонаведением. Ничего подобного. Там вот, кстати, Сузи у нас что сделала? Она себе проекцию выставила, чтобы отвлекать противника, создав тем самым ложную цель. Так, с этим разобрались, с этим тоже. Да можно просто так стоять. Ох, ракета, да? Да что ж ты будешь делать, да? Ракету туда им. Смотрите, как сейчас их скидает. Ну нет, смотрите, щиты у них так крепенько стоят. Да. Напарника завалили уже одного, к сожалению. Здесь, ну, тоже не все так просто у меня. Они будут пытаться меня атаковать. Сузи более-менее выручает. Не могу, к сожалению, добраться до меню, где я могу использовать ванцелин. Поэтому просто будем ждать удобного момента, когда сможем с вами выйти и непосредственно уже решить эту проблему со здоровьем нашего члена отряда. Па! Было. Ракету. Я думал, он щит хоть выронит, но он даже щит не никак от руки не отрывается. Так. Ну сколько еще можно терпеть это? Хватит это терпеть. Враг наверху. А где наверху? Да все внизу вроде. Наверху, может быть, здесь уже как-то прошел? Да нет. А, вот с тех дверей они откуда-то выходят. Но я не думаю, что они с одной стороны сейчас будут выходить, потому что со всех сторон сейчас попрут. Ну-ка, если вот так вот. О, да. Мы с этим тоже разбираемся. Там ракета перезарядилась. Давай, выпускай. Лёва. Там даже верх захватило, видели? С этой стороны чисто. Да лучше, наверное, по центру стоять. Так легче их отслеживать. Вот с этой, смотрите, пробирается гаденыш. Сейчас там попахнет у них. Там даже парной волной не зацепило. Но вот благодаря пушке, которая мощная стоит, можно с ними разбираться. Ой! Откуда, с какого-то люка они идут? Ба! Не успел приземлиться, как отправился на тот свет уже. Ба! Цель была захвачена, поэтому не испытали затруднений. Так. Так.
почти готовы. Это значит еще не конец. Это значит, они будут при... Бляха-муха! Быстрее прячемся! Так, та штука. Надо ее как-то победить. Но он тоже меня, кстати, стреляет неплохо. Я буду прятаться за этим памятником. Но чуть-чуть осталось там, я так понимаю. Ну все. Он заискрился и сейчас взорвется. Так, ну понятно, они готовы. А готов ли я выйти из Атласа? Ну, наверное, готов. Вроде все устаканилось. Да, почему бы не выйти? Фух. Да, непросто здесь было, надо признать. Но сейчас самое время исследовать те локации, которые нам внезапно стали доступны. Здесь, как видите, ничего нет. Шкафы здесь неактивные. Можно еще обследовать по периметру. Может быть, где-нибудь, да что-нибудь валяется. Так, вот здесь какая-то запись. Нет, тоже неактивно. Но они все там с люков выбирались. Что ж, дальше сейчас пройдем через эту дверь и, надеюсь, уже доберемся до этих челноков. Кейли, how's it coming? Shuttles are unlocked. Take the controls and get the students aboard. Wait, where the hell's Rodriguez? Она, наверное, хотела сдаться, договориться с ними. Да сейчас ее завалим. Ну а штурмовиков добить? Joker, we flew out on a Cerberus shuttle. What's your fire? Right, I've got you on sensors. Should just be a minute. Thank you, Commander. We'd have never gotten off that station if you hadn't come. Forget that. We kicked some ass. Next place we dock, you're all getting inked. My treat. What do you guys want? Ascension Project logo? Glowing fist? Maybe a unicorn for Rodriguez? Screw you, ma'am! I can't believe we got them out alive. I was going to suggest that they stick to support roles. But perhaps they're ready after all. Well, they're definitely ready, but the Alliance needs them in a support role. What? We trained for artillery strikes. We don't need another artillery unit. We need stronger barriers for our frontline squads. This is bullshit! Hey, if that's where they need us, that's where we go. Besides, I'm sure we'll get some shots in. Commander, we've got a visual on you now. Preparing to dock. Hey, Jack, now that you're military, you gonna wear a uniform, or are you just getting the officer's bars tattooed on? Screw you, flight lieutenant. What the hell was that? Jack promised to watch your language in order to maintain the necessary professionalism we need from our teachers. What, does she have a swear jar or something? Because I bet if we empty that thing, we can afford another cruiser. Cover your ears, kids. Hey, Joker. Да, думаю, наговорила много чего ему интересного. Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir, I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. Looks like you didn't waste any time getting to work. I can only imagine what would have happened to those kids if they'd fallen into Cerberus' hands. They're definitely eager to help. These students are some of the best humanity has to offer, and we're throwing them into battle. God damn it, I hate this war. Hackett didn't mention in his report... Kaylee Sanders is safe. She's with the recruits. Thanks, Shepard. When I heard about the attack... Well... I've already lost a lot of friends. She asked me to tell you to... stay alive. Did she now? Well... thanks, Shepard. That might be the first good news I've heard this week. Anderson out. Финансирование еще есть. Давайте с Хакетом теперь поговорим. Commander, have you retrieved the Primarch for your summit? Yes, sir. But the Asari are staying on the sidelines.
They'll regret that. The time for unity is now. The Salarians will be there, though. You don't sound very optimistic. We expect the Krogan will be joining us, too. I see. Well, then you've got your hands full, Commander. Was there something else you needed to discuss? Nothing more, sir. Keep me posted. Hack it out.